горячая пора и у сельских тружеников нашей страны. На полях колхоза имени Ленина Клинцовского производственного управления Брянской области завершается сев люпина. Как известно, люпин – отличный корм для скота. В семенах этой сельскохозяйственной культуры содержится свыше 30% белка, витамины А и В. Василий Марковцев – один из лучших трактористов. Он отлично справляется с ответственным заданием.